полностью самостоятельный ребенок такой. Ну, садиться не надо, там же мокро. Вот у нас Кирюша куда забрался. По вот этим тросам. Забрался аж наверх. Теперь будет по горке спускаться, да? Давай, можно. Ну, давай. Вау! Просто круто! Прикольная такая штука. Тросы такие крепкие. Я на них залазила, они крепкие такие, хорошие. Чудо наше маленькое проснулось. Стоит, не знает, то ли к умным, то ли к красивым. Кирюха, он сейчас с горки будет ехать. Вот. Молодец. Шикарная площадка здесь в школе. Это школа для самых маленьких, да, получается? С 1 по 4 класс. Да, это начальная школа. Действительно классная качеля, да? И никуда не денется, и сама сидит, и катает, и пытается же раскачиваться. У тебя умница какая у меня. Ой, ты молодец какая. Самостоятельная. Не, ну вот посмотреть на эту площадку, да? И ты вообще такое в Украине видел? Нет. И я не видела. Я вообще недавно не видела живых площадок в Украине. Они почему-то живут месяц после выборов, а потом куда-то разламывают. Качели, горки, лазалки, машины. Ну, Зая, отдать должное, тут такие качели, что ты их фиг сломаешь. Да, а кстати, такую качелю, блин, попробуй сломать. У нас бы на металлолом все через... А песок бы на стройку увезли. Угу. Полюбаться. Тут песка, не знаю, сколько тонн завезено. А песка-то ладно, но качели попилили бы на металлолом. По-любому сдали бы уже давно. И главное, понимаешь, они бы еще и приняли. Ну да, вот другие, ну не принимали бы, да, такое? Так же, как вот дорожные люки. Ну какого хрена вы их принимаете на металл? Малыш! Да, для детей тут, конечно, сказка. Не, ну я такую качельку для самых маленьких вижу первый раз в жизни. Не, ну, раньше были, в моем детстве точно были. Можно прыгнуть? Давай, прыгай. Да! Бум! Круто! А вот наша первая горка какая. Анюте так нравится, сама забиралась. Ой, так сама съезжала девочка. Такая старая прикольная школа. Корпус. Там дальше новый корпус. И с этой стороны новый корпус. Но мне, конечно, больше нравится вот этот. Такой он прям дышит историей. Кстати, этой школе 111 лет. Мы уже возвращаемся с тренировки. Да. Говорю, возвращаемся уже со спорта. Я видео записываю. Вот. И сегодня день вывоза мусора. И я как-то для себя неожиданно открыла, что я ни разу не слышала, чтобы здесь пахло мусором. А еще обратила внимание на машины мусорные. Слушайте, да они сверкают. Они реально блестят, как новые машины. Не все помытые, красивые, блестящие. Естественно, от них вообще не пахнет. И работники на этих машинах чистые. У них роба, такое впечатление, что они только сошли с рекламы вот какой-то клининговой компании. Чистейшие робы. Ухоженные мужчины работают. И, кстати, машины, которые убирают улицы, на них тоже работают ухоженные мужчины. И это считается нормальной профессией.
И здесь, вот я помню, у нас во дворе стояло 4 мусорки. И, ну, в общем, это было не самое чистое место, откровенно говоря. Особенно летом, когда все эти потоки жидкости выливались на асфальт, потом дико воняли, то здесь такого в помине нет. Всё-таки разделение мусора и вообще как бы вот эта вот система вывоза мусора, она очень эффективная. Сегодня один из деньков, когда ну прям уже дышится весной. Вот. И идем с Кирюшей, проходили турагентство. Вот в турагентстве сидят парочка пенсионеров, вот при том, что у одного из них уже вот ну, такая колясочка для того, чтобы передвигаться. Это как бы не коляска, как вот она с ручками, на колесиках, я даже не знаю, тележка, коляска, вот как определить это приспособление. Но тем не менее, они в турагентстве сидят, выбирают себе отдых. Вот, куда бы им поехать? Понятное дело, молодежь работает, но люди на пенсии отдыхают, они путешествуют. И вот сейчас уже тепло, повыставляли столики наружу в кафе. И мы проходим, сидят бабушки, тоже пенсионного возраста, с чашечкой кофе, с круассанчиком. Вот, некоторые из них курят, вот, но тем не менее они весело беседуют. И отлично проводят вечер вторника. Были сегодня на прогулке, когда нас папа провожал к спорту. И мы с ним стояли на площадке, смотрели, как играют наши дети. И как-то, наверное, в голову обоим пришла такая мысль, как же спокойно. Ну реально спокойно. Да, Кирюх? Ага. Вот, ребенок играется, красивая площадка. Дети все суетятся, бегают. И мы просто стоим и получаем удовольствие от того, как наши детки проводят время. Как они общаются с другими детками. И в голове-то, ну, просто спокойно. И это классно. Вот это вот чувство спокойствия, оно, блин, так привязывает. Аня, скромнее. Нормальный ход. Она мне же полушится здесь. Это вообще-то мой салатик был. Ммм.